Парни, здорово всем! История с Porsche Cayenne Turbo S продолжается. Мы сейчас находимся на улице Олимпийская, около магазина, где мы частенько покупаем наши запчасти. Так вот, нам нужны турбины. Дорогостоящая вещь. И поэтому, собственно, тут надо подойти, скажем так, со смыслом к этим, ко всем деталям, ко всем к этим запросам по запчастям. В общем, суть такая, что вчера мы с менеджером данного магазина связались для того, чтобы, ну, уже посмотрели поставщиков и дали какие-то, возможно, гарантии, чтобы, допустим, если турбины приходят, они не нравятся, мы их отдаем обратно. В общем, вся информация по турбинам, которые мы хотим купить, выслушаем от девушки Веры. Приглашаю вас в магазин. Пригодится. На колени пойдет она? В общем, Вер, получается, мы вчера отправили тебе коды по поводу турбин. То есть именно восстановлено, ну так написано. Причем восстановленные пишут в одной графе, что да, именно восстановлено, а другой, допустим, там завод вообще какой-то ВАГ, Porsche и так далее. То есть ты посмотрела, да? Да, расскажи, пожалуйста. Я посмотрела. Эти все турбины, получается, в любом случае восстановлены, потому что не восстановлены стоят от 100 тысяч, там, от 200. Эти все восстановлены на заводе. А где завод? Россия? Нет, в Германии. На ВАГовском заводе. Какие-то фотографии там? Никак не запросить, к сожалению, потому что мне ответили, что в наличии вообще таких турбин по России нет. Угу. Можно попробовать. Вот один единственный поставщик, у которого есть на остатке одна там штука, одна левая и правая, ну, по одной. Он говорит о том, что есть, можно попробовать, но не запросить никакой информации. Пацаны, здорово! Позвольте мне сегодня поблагодарить спонсора этого видео, нашу любимую игру «Викинги». Ожидание запчастей на Cayenne, да просто свободная минутка. Я сразу сажусь и играю. «Викинги» реально спасают. Стильная запоминающая графика, возможность выбирать сражения и стиль боя своей армии, а также многое другое. «Викинги» — это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты среди военно-экономических игр-стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грациозных сражений многотысячных армий в реальном времени. «Викинги» — это не только битвы, это также развитая система рейтингов, разнообразные соревнования и многое другой. И все это в одной игре. Широкий выбор воинов, постоянные обновления, возможность стать главой или участником могущественного клана. А также я рад анонсировать конкурс, который я совместно провожу с создателями игры. «Викинги» уже разыграли множество призов, а в этом месяце разработчики подготовили просто бомба-конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз – MacBook Pro. Сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца среди других участников до конца октября. Выиграть может в легкую абсолютно каждый из вас. Внимание, розыгрыш состоится 5 ноября. Каждый ваш переход по ссылке в описании помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании под видео. Ведь вдобавок по моим ссылкам вы получите 200 голды и бесплатный щит. Не забудьте досмотреть это видео до конца, а также ищите меня в игре под ником Миша Яковлев. Вперед! А по поводу гарантии расскажи, какие вообще? Гарантии, если вы устанавливаете на станции полностью, угу, да, с заменой всех интеркулеров, патрубков, с прочисткой системы и так далее, год гарантии на турбину. То есть, если устанавливаем сами, в любом случае гарантии вообще никакой нет. Хорошо, ладно, допустим, приходит, вот как сейчас, да, я пробку получил. Если приходит турбина сюда, то есть, если нам она уже здесь не нравится, без установки, ее можно будет вернуть? Конечно, ну, грубо проблем. Говоря, мы ее откроем и внутрь заглянем, там увидим трещину. Ну, прям. Мало ли, трещина, еще что-то. Без проблем, по внешнему виду мы ее отправляем как брак, без всяких там... Просто не понравилось клиенту, да? Да. Получается, если, допустим, там, ну, турбина большая, две коробки, да, приходят обычно в коробках, то есть там уже, получается, какие-то номера, шильдики, да, то есть говорящие о том, что все-таки это не у нас собиралось. Конечно. А как думаешь, есть гарантия, что это действительно не у нас делалось? Да. 100%? 100%. То есть это именно вот то, что написано там, ВАГ, да, в Porsche, да, то да. Есть это делают пацаны, допустим. Да. Хорошо, а там еще третий вариант был Mitsubishi. Ты не смотрела по нему ничего? По Mitsubishi не смотрела. Все, большое, о, здорово. Все, спасибо большое, если что, мы на связи. Хорошо. Все, спасибо за информацию. Да, спасибо. Пока. В общем, парни, продолжение. Пока ждем турбины или хотя бы новости по турбинам. Вот такая ситуация. То есть, это получается блок, это коленвал, это у нас получается поршня, болты, нижняя часть, старые поршня, вот, собственно говоря, здесь. Ну и, собственно говоря, кольца.
суть такая, что мы это дело сейчас все отправляем в Москву. То есть опять все это дело обратно едет, тем более, что здесь уже с масляными форсунками, то есть полностью для того, чтобы в Москве это дело нам собрали, то есть шорт-блок. Но самый прикол в том, что мы сейчас просто отправляем Сереге, но сами не знаем, кто еще будет нам делать. То есть нам самое главное отправить, пока доставка, то есть неделя туда-сюда. Серега все это дело получает, и, собственно говоря, уже будут инструкции. Ну, если так можно выразиться, Сереге отдельное спасибо, чтобы он куда-то это все дело отвез. Так вот, блок в плохом состоянии, то есть опять же из последней серии, то есть вы также все это видели, плюс комментарии, плюс также опять же связались с парнями, которые более-менее волокут в этом деле, и сказали, говорит, пацаны, ваш Каен ездить не будет, лучше отдавайте, забирайте деньги, поэтому будем отталкиваться от этого. А так, пока сейчас это город Апатиты, заехали для того, чтобы спрятаться от ветра, ну и, собственно говоря, записать это видео. Это у нас, помните, та самая локация, где мы несколько раз снимали всякие различные тест-драйвы. Вот такие дела. Ну что, погнали? Итак, парни, извиняюсь, прерву, скажем так, немножко ваше внимание. Сегодня в гараж пришел. Вот это сначала все было целиком. То есть это кассета из радиаторов. Раз, два, три, четыре. То есть андеркулеров здесь нету на турбины. Здесь получается жидкостное охлаждение. Потом идет кондиционер. Я так понимаю, что вот у нас идет на коробку с термостатом. Ну и, соответственно, это на ГУР радиатор. Все такое, что разобрал. В принципе, если исходить из предыдущих проектов, здесь намного чище. Но все равно есть вот такие вот, получается, куски, я не знаю, меха или что это, ну, в общем, грязь. Они у нас сухие, по сути, не текли, то есть ни один из них. Но есть небольшой косяк. Сейчас я покажу его. То есть вот здесь два вентилятора идут. Кстати, дорогая вещь, если покупать БУ. Вот. На радиаторе вообще есть такой маленький носик. Где фонарик, блядь? На радиаторе есть вот такой вот маленький носик. То есть он у нас был обломлен. И, соответственно, ну, он был просто приклеен. В общем, дело такое, что тут надо принимать решение. Или из-за этого носика заказывать оригинальный, не оригинальный, без разницы, радиатор. Кстати, у нас стоит оригинал. Или каким-то образом также колхозить. Представляете, из-за такой маленькой пластмасски вот этот носик. Ну, возможно, придется все это дело менять. В общем, я для чего разобрал? Для того, чтобы все это вымыть как следует. Потому что охлаждение — это немаловажная деталь в автомобиле. Поэтому все это на улицу, и все это вымывается как следует. Ну и, соответственно, дальше потом вот эти дорогуши ждут. Они еще ждут нас с лета. Воды привез. Это интеркулер, представляете? Вот интеркулер. В общем, тоже надо вымывать. И, кстати, один из них потекший. Тоже будем принимать решение. По поводу турбин. Те турбины, которые мы заказывали, когда мы ездили к Вере в магазин, собственно говоря, вроде как бы все уже обозначили цену, да, обозначили сроки примерные. Так вот, заказы были сняты. То есть бывает такое, тот, кто хоть раз заказывал запчасти, знает, что такое случается вне зависимости турбина, пускай это какая-то запчасть по подвеске. То есть бывает, что просто производитель как таковой есть, есть цена, есть там лот, есть винт, но все равно бывает просто запчасти сами по себе вылетают. Это, скажем так, неизбежность. Так вот, идем далее. По турбинам вышли на меня turbaru.ru. Парни, то есть, говорят, мы смотрим твой канал, говорят, давай попробуем тебе помочь. Я сразу же в этот же день снял все шланчики с турбин, с горячей части, с холодной, то есть все поставил на своем месте в гараже, чтобы потом это все дело собрать. Собрал турбины в коробку и просто отправил в Москву. Сейчас они находятся в Москве, там некий процесс идет по поводу не то, чтобы просто восстановить, а сделать немножко лучше. То есть об этом будет, я думаю, что в следующей серии, тогда, когда пойдет процесс. Друзья, всем привет, меня зовут Данек, я руководитель компании Turbaru Москва. Это Сергей, руководитель компании Turbaru Зеленоград. Всем привет. Сегодня мы покажем вам два турбокомпрессора ВВК-1 и ВВК-2, которые нам привезли на диагностику. А привез нам их Миша Яковлев, который собирает сейчас Porsche Cayenne 4.5 V-Turbo и обратился к нам за помощью. Это турбины Миши Яковлева, которые нам отправил на ремонт. В принципе, мы их уже разобрали. И первое, что мы видим, это трещины в горячей части одной турбины, клапан Висгейт с избыточным люфтом. И плюс у нас проблемы, конечно же, по трещинам в диффузоре. Что касается самих турбин, разобрав их, мы видим, что они гнали масло. И одна, и вторая, да, Сереж, покажи, да, что у тебя там? Да, вторая идентичная практически. Да, ротор также нельзя использовать по причине износа. Тут маслоупорные кольца, поставив их новые, все равно не избавимся от маслотечи. Также у Сергея... На второй турбине такая же история. Также все разбито, горело масло, ротор весь белый. Единственное, что живое, это колеса компрессора. Но, к сожалению, или к радости, мы их будем менять на колеса большего диаметра, поэтому это будет, скорее всего, интересный тюнинг. Увидим, что получится.
Миша, сделаем тебе пушку. Турбина находится в Москве. По поводу нашего блока, сами прекрасно знаете, что каша неимоверная. То есть я сам уже примерные ходы вот этого мотора, если смотреть сверху на карте, просто даже не запомнил. Был у трех специалистов. Приезжал в Кировск к нам, Серега привозил. На сегодняшний день блок находится у Ходос Авто. Мы пытаемся позвонить Мише Ходосу. Народ, всем привет! Как вы помните, в прошлой серии я отвез блок ребятам, но ребята, визуально осмотрев, поставив колено на вкладыши и прокрутив, обнаружили, что гильзы то ли смещены, то ли не выдержана геометрия. В общем, новый поршень в крайнем нижнем положении, в районе бурта, закусывает. Ну, то есть геометрия окон пляж. Два цилиндра разные. А окна на пляж, то что они их сначала вырезали, все очень просто. Потом тоже нельзя резать. Он занят. Пляж критично или уже... Ну, сотка полторы от силы. Это в пределах нормы или это уже? Ну, сотка, допуск как бы на геометрию, в принципе, считается нормальным. Ты как его, поперек или продольный или какая? Вообще, смотри, он весь? Вот так он был более кривой. Вот здесь был более кривой, Миш. Особенно под конец. Четыре уже, да. В конце, где юбка. Ну, оно нигде юбка, оно из-за окон деформируется. Мы поэтому окна при гильзовке не режем. То есть очень много... Для чего эти окна вообще? Это для упрощения вентиляции внутри блока самого. То есть это картерные газы? Ну, не то, что картерные газы. То есть у нас, когда идет так сжатие, так, у нас воздух, грубо говоря, из цилиндра переплевывается. 500 конус. Так, а если мы не прорезали ничего критичного для этого мотора? Вот мы их, эти окна, никогда не резали. Все понятно. Сколько гильзовали блоков, мы их не резали никогда. Понятно. Были собраны и такие двигатели, несколько штук, да? В моей только памяти, если вот. И 4.8, наверное, да? 4.8, да. Здесь очень сильный конус, вот этот цилиндр. Это у нас какой? Какой-то, 7 написано. 7? А если брать, к примеру, ваговские блоки 3.2, 4.2 башки, да, там их вообще было несчетное количество сделано, да, и никаких обращений, связанных там с какими-то проблемами с вентиляцией, не было никогда. В общем, я позвонил Мише Ходосу, мы с ним уже пообщались, я его предупредил, что я сейчас буду записывать на видео. Так вот, вот Миша Ходос. Миша, смотри, какая ситуация, здорово. В общем, смотри, получается, что блок в данный момент находится, я так понял, что у вас, правильно? Точнее, по пути к вам идет. Вы там с 11 часов работаете? Не, он уже приехал, мы сейчас его уже меряем. А, то есть уже даже ты там даже, да, уже? Я понял, Миш, смотри. Мы его даже уже помыли, да. Хорошо, как ты мне скажи, пожалуйста, то есть какое продолжение вообще всей этой эпопеи с мотором? Ты возьмешься за работу? Ну да, мне же уже его привезли. Ага. Слушай, по поводу денег, мне Серега уже говорил, единственное, чтобы, я так понял, полностью собрать его, нам на сегодняшний день не хватает, помимо самой работы, нам не хватает вкладышей и коленвал. Правильно все? Колено сейчас надо будет померить и принять решение, что сделать по вкладышам, потому что, возможно, у нас шлифовщик возьмется его опустить где-то на, там, типа, несколько... микрон, типа, ну то есть до сотки там можно его опустить, чтобы попасть в следующий цветовой размер. Вот, он, по-моему, сейчас там по синим вкладышам весь был, вот, и попасть в какие-нибудь, допустим, красные вкладыши. Вот, там полнота другая, вот, но это пока не точно, надо его точнее померить и понять, насколько его можно опустить по размеру, чтобы попасть в стандартный размер, но в другую полноту, чтобы зазор не ушел. Вот, если так не получится, то надо будет либо ремонтные вкладыши поискать, либо колено найти живое совсем. Вот, пока непонятно, как это все реализовать, сейчас будем думать. Давай, Миш, знаешь, как сделаем? Раз процесс пошел, запущен, как только требуются деньги, запчасти, допустим, да, там, то же самое колено искать, ты мне сразу звони или пиши, и, собственно, от этого уже будем отталкиваться. То есть вы пока, я так понимаю, начальную процедуру, замеры делаете, потом, когда что-то потребуется в плане запчастей, еще чего-то, ты звони, и будем дальше принимать решение, хорошо? Давай так. Да, смотри, там сейчас по блоку мы делаем, вот, сейчас мы его замерим, в понедельник будет гильзовка, мы все отснимем. Вот, всю гильзовку. И, соответственно, промерим постель. А колено, соответственно, сейчас тоже померяем, по колено будем думать. Вот, посмотрим, какие существуют вкладыши. Вот, приложим тебе, какие есть варианты по запчастям.
Так что все должно быть хорошо. Все, Миш, большое спасибо. Я больше тебя не отвлекаю. Если что, на связи. Давай, у нас сейчас все поступательно. Начнем с гильзовки, потом шлифанем колено. Дождемся вкладыши, точнее, сначала, потом шлифанем колено. И соберем. Ну, там за вечер мы его закидаем, ничего страшного там. Сложного в нем нету. Хорошо, тогда на связи, Миш. Хорошо так. Я понял тебя, ладно. Давай, до связи. Спасибо. Давай. Все, пока. Пока. Ну что, в общем, получается, что процесс запущен. Миша Ходос, как вы и писали в комментариях, взялся за работу. Причем, насколько я понял, он сам будет вручную собирать. То есть ручная работа, просто эксклюзив будет. Мишу потом попрошу, чтобы он внутри, наверное, не знаю, какой-то запчасти, которую так просто не достать, расписался просто, что это он разбирал. Миша, фамилия, имя, отчество и дата. Ну, шутка, конечно же. В общем, по поводу Асгард Авто, все печально, Миша Ходос взялся за работу. По поводу денег, суммы, запчастей я расскажу чуть попозже, пока я еще сам не знаю, что точно нам уже будет менять. Сумма по ремонту, да, будет дороже. Но Миша вроде пошел на встречу и сделал нам какую-то скидку. Об этом мы узнаем тоже потом. В общем, мотор в надежных руках, турбины также в ремонте. Последующий дорогостоящий процесс, естественно, покажу в следующих сериях. Наконец-то, я думаю, что мы будем валить на все бабки. Каен будет ездить, тем более собирают его хорошие специалисты, которых вы рекомендуете. Спасибо вам большое, но все-таки метод тыка, он присутствует. Спасибо вам за поддержку, за ваши комментарии, за то, что вы нас поддерживаете в любом плане, даже если у нас чуть-чуть иногда не получается. Увидимся скоро. Всем пока.